Привет! Всем привет! Кто заходит? Ребят, не знаю, когда покажут драку Адриана и Мадан. Вообще без понятия. Наверное, в понедельник или в понедельник? Ну, или во вторник. Ну, короче, это будет на будни. Привет, Элина и Адриана. А, это твой огуречек. Это мой огуречек, не трогай мой огуречек. Приятного, спасибо. Я здесь ем вообще 24/7. А тем более ночью мы с Адрианой всегда выходим и ночью едим еду. Спалили, суки. Адриана ест огурцы, я еще колбасу заедаю. Лайфхак. Огурчик. Колбаска. Сворачиваем. И вот так. Надеюсь, меня сейчас слышно. Адриана тоже в прямом. Всем привет-привет. Смотрите, вот этот стук 1979, 1979. Подписываемся на этот стук. Это моя мама. Мама, я тебя очень сильно люблю, ты у меня самая лучшая. С кем я? Пока ни с кем. Самая это добрая, брата, самая брата, красивая брата, мама на свете. Все подписываемся парень. На нее. Кто будет подписываться на маму, подпишусь я на них. Мне кажется, больше сейчас Лидин сложнее, чем меня. Ты же за фигурой следишь. Слежу. Она наебалась. Я слежу за фигурой, ребят. Адриан, каждый день подхожу к зеркалу и слежу за ней. Не вместе, как я поняла. У Адрианы виниры. Если для вас это виниры, то отлично. Я подписалась на твою маму. Супер, я подписываюсь на тебя. У меня самая лучшая мама на свете, ребята. Самая добрая, самая красивая. Это не мама, это подруга. Кто в твоей жизни на первом месте идет? Кто в моей жизни на первом месте? Подружка или ты? Ты меня огурцом плюнула. Лайфхак. Берете колбаску, огурчик. Так, так что там? Видела новости, что ушла на голосование. Пиздят. Пиздят, конечно, я тут сижу. Вы что, ребят? Вы там просто писали на каком-то... Всем привет! Что якобы я ушла с Русланом. Я такая, а? Всем-всем. Я понял проход через... Да, кто, короче, подписывается на маму? Огурцы, огонь. Я отвечаю на сообщение, тоже подписываюсь. Сейчас ночью. Мама на меня похожа. Это я на маму похожа. Это я похожа на маму. А я сижу рядом с папой. Да хватит, что хватит? Есть колбасу, хватит. Всем привет, я ем колбасу. Что хватит, есть колбасу? Хорошо. Я такая... Как узнакомила хорошо. Я такая... Почему кривляешься? Потому что мама сказала быть веселее в прямом эфире. Да пока ничего. Мама, я на нее подписана. Мама, стук 1979. И снова я. А вы что, заблудились, мужчина? Какой-то мужчина ходит голый. Его нельзя только показывать. Все, иди отсюда, тебе не... Можно. Здесь можете где-нибудь расписаться? А чем расписываться? Что с кулаками? Дралась. Кровью можно? Губами можно. Губами нет. Это губами по телу. Кулаки губы вот какие. Не дам. На самом деле здесь у нас минус 20, и вода очень плохая. Так, я что-то пропустила. Поэтому у меня все шелушится, все мерзнет. О, Оксанка, привет. Вы можете обходить, понимаете, что мы в прямом эфире? Да ладно, сам. Давай, проходи быстрее. Новенький, привет. Привет. Тут я на что-то хотела ответить. Крис ушла? Нет, Крис не ушла. Да, Крис не ушла с проекта. Кстати, одни и те же вопросы. Оксана, как ваши дела? Что, убирать мне колбасу? У меня на проекте... Убрать себе колбасу? Ребята, у меня на проекте кликуха «Пакость». И меня все называют «Пакость». Красота. Я подписалась на твою маму. Спасибо, ребят, мне очень приятно. Блин, огурцы реально бомба просто. Мама вот они пишет. Вот я лох. Очень вкусные. Всем привет. Обычно мне нравятся огурцы, когда в маленькой баночке такие маленькие, они вкуснее. А это большие. Давай еще. И вкусные. Давай кишканем еще знаете, что-нибудь. Тут есть одна участница, которая меня Симона ночью Дана, будет что? И говорит, пойдем поедим. Я говорю, я не буду есть. Она говорит, да пошли, просто со мной посидишь. И вот так что? Она пихает мне еду. Это я. Все подписываемся на меня.
Кайпожорка. Как все сразу говорят, если что-то происходит, кайпожорка. Да, я, кстати, приучила Адриану есть по ночам. И я, когда... Я вот не хочу есть, она... И когда я ночью очень хочу есть, я бужу ее, подхожу, ну, он пиздёжа. Просто, короче, в 4 часа я могу подойти к Адриане и сказать: Адриан, пойдем на кухню, да, поедим. И мы идем есть. А вообще у нас, говорится, здесь не есть, так, а типа кишкануть. И поэтому мы все такие... Кишкануть. Кишкануть. Мы кишкуем, короче, так, с Адрианой. Сегодня Симона ушла. Да. А? Тебе нельзя. Почему? Потому что... Тебе нельзя кушать. Тебе нельзя, ты потому не что ты новый. Тебя еще нет в эфирах. Ничего. Нам а нельзя не показывать толстый, тебя. Не я пошел есть. Не есть, а кишковать. Пойду кишковать. Иди кишкани. Паша мурчик. Звука не было, потому что у меня 2%, и телефон скоро выключится. А слой сидит, что тебе... Подписался на твою маму. Нет. Спасибо, ребят, вы самые лучшие. Вот кто подписывается, вообще самые лучшие. Помидоры? Да. Я не ем помидоры. Огурцы ем. Что-то там было интересное, что-то пропустили. Почему вы не помирились с Сергеем? Да, потому что это бесполезно, мы это оба понимаем. Ее уже нет. Сука, перебивает с двух сторон. Симпатичная, как и ты. У меня мама вообще красотка. Да, подписался на маму. Спасибо, ребят. Проект ушла вместе с Беном. Бен, ты пожалуйста на вопрос. У меня же телефон выключился. Симона ушла сегодня. Адриана домой не собирается? Да, она там с Беном. Нет, не собирается. Я на свидание. Я уже не свидание. Я ушла поесть. Что там он фрукты мне притащил? А я вот колбасу на первом этаже ем. В чем мне будут эти фрукты? Когда я могу колбасу поесть? Домой? Мне нет дома. Есть. Не, на самом деле, дом у меня везде. Куда я не приду, я как дома. Везде дом, да? У меня везде. В каждом доме есть вещи. Бусуркины, привет! Да, у нас тут звонили. Адриана, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Покажет, наверное, в понедельник или во вторник подписчиков. Угу. 6400 где-то. Ой, пришлось мне всю колбасу съесть. Кто рядом, я хотела сказать Симона. Все мысли о ней. А что здесь написано? Наталья, вы нашли? Ее здесь нет уже, поэтому бери, что хочешь. Нет, наверное, уже протухло это. Потому что она давно уехала. Всем привет, ребята. У меня уже 1%. Так что если выключится телефон... Идите к ней на страницу. Брянская не на проекте, нет. Это вы про Симону? Кто беременный на проекте? А это секрет.